Внутрь я вклею полоску из картона толщиной 1 мм. По мне 1 мм толщина картона достаточно. Те, кто любит потолще, можно вполне и 2 мм. Переплетный картон. Он такой более плотный. Клею вот сюда вовнутрь. Так, вот так она сгибается и с легкостью сюда помещается. Если тут немножечко торчит картон, желательно его потом вместе вот с этим все подрезать, потому что на кожзаме это будет перепады очень хорошо видны. Теперь нужно перевернуть и клеить с обратной стороны, выравнивая по коврику картон. Так. Сейчас главное приклеить ровно, хорошенько все выровнять. Иначе весь альбом будет кривой. Это очень ответственный этап. Здесь нужно постараться максимально ровно и аккуратно быть. Стороны немножко выглядывает, буду равняться по этой. Там просто серединку 8 сантиметров буду подрезать. Здесь буду прям равняться по... должна быть совпадать. Вот у меня сейчас все совпадает, вот так вправо-влево не уезжает. Я выровняла хорошо, поэтому оставляю высыхать. Сюда прежде всего нужно выкроить каптал. Его я сделаю, чтобы сгибать было удобно. Где-то по 2 сантиметра прибавлю со всех сторон. Будет, давайте 23 сантиметра я вырежу высоту. 23 на 8 сантиметров в ширину. Он и придаст прочность альбому дополнительную и имеет декоративные функции. С ним альбомчик будет красивее. У светлого кожзама есть такая ерунда, что если картон темный, то он может либо множко, либо немножко просвечивать, поэтому я всегда закрашиваю сторону внешнюю либо гуашью, либо белой акриловой краской. Вырежу из кожзама каптал. 23 сантиметра я хотела его вроде сделать.
23. Тоже можно резать канцелярским ножом. Сейчас нужно сделать так, чтобы он вот здесь не выглядывал. Буду мериться по вот этому, буду сделать примерно на 2 миллиметра меньше или на 3, чем сама обложечка. Она там плюс еще прибавится за счет кожзама. Толщина, высота. Ну, вот так. Где-то на миллиметрик сделаю меньше. Так, зафиксирую. Ровненько. Также будет низ. Так смотрю и тоже где-то подгибаю миллиметр 2 ставить.